Всем привет! Вы на канале Nelfabit. Сегодня мы поговорим с вами о проекте Aerus Numus. Для человека не ново влияние золота на мир, будь то украшение или актив. Золото – это не инвестиция, от которой можно просто отказаться. Не секрет, используется ли это золото в качестве инвестиции. Как вы могли догадаться, сборы на золото будут расти ежегодно. Вложение в золото перспективно как долгосрочное вложение. Когда дело доходит до инвестиций в золото, существуют мелкие и серьезные проблемы, которые варьируются от покупки поддельных золотых слитков до смехотворных комиссий, взимаемых эфириум. Почему важно золото? Первое. Золото не ржавеет и сохраняет долгие годы. Второе. Стоимость золота сохранялась на протяжении долгих лет, и история благосклонна к его господству. Третье. Легко фиксировать прибыль. С инвестициями в золото всегда есть два сценария. Первый. Вы никогда не будете в убытке. Второй. Вы всегда будете получать прибыль. Четвертое. Золото широко используется в банковском и финансовом секторе в качестве метода конвертации иностранных денег посредством выпуска и признания золотых монет или с помощью бумажных денежных средств, конвертированных в золото путем выращивания знаменитого золота, в котором представлена общая сумма выпущенных наличных денег золотым запасом. Технологический прогресс может заставить всех делать все легко. И вот почему блокчейн включает золото в криптовалюту, чтобы сделать его еще более доступным через монету Aerus Numus. Что такое монета Aerus Numus? Монета Aerus Numus – это токен цифровой криптовалюты, который упрощает оплату сборов, товаров и услуг золотом. Монета Aerus Numus представляет собой международный способ оплаты и возможность финансовой экономики, которая основана на соотношении 1:1 по отношению к реальному физическому золоту. Имейте в виду, что монета Aerus Numus обеспечена золотом. Эта монета явно альтернатива традиционным фиатным валютам и банковским услугам. Благодаря блокчейну монета Aerus Numus решит следующие проблемы. Первое. Монета Aerus Numus традиционно положила конец медленному способу оплаты. Второе. Монета Aerus Numus гарантирует, что вы можете отправлять и получать деньги, не обменивая фиаты. Третье. С помощью блокчейна монета Aerus Numus возвращает прозрачность и доверие всем приверженцам криптовалюты. Основные особенности монеты Aerus Numus. Первое. Обеспечение золотом делает его стабильной монетой. Гарантирует, что вы можете покупать или продавать большое количество токенов, потому что золото имеет высокую ликвидность и объем. Второе. Монета Aerus Numus децентрализована, а токен ANG основан на децентрализованной цепочке блоков эфириум, что делает все транзакции ANG дешевыми и простыми в эксплуатации. Кроме того, было заявлено, что на каждые 100 тысяч проданных токенов ANG одна унция золота будет немедленно храниться на доверительном счете. Третье. Общее количество монет Aerus Numus составляет 30 миллиардов токенов ANG, и нет никаких причин для майнинга токена, и вы можете продать или обменять свою монету Aerus Numus через Simplex, через обменный банковский перевод и кредитные карты. Также Aerus Numus можно обменять на золото, биткоины, швейцарские франки, евро, доллары США, канадские доллары, австралийские доллары, японские иены и многие другие криптовалюты. Со всеми вышеупомянутыми деталями я уверена, что токен Aerus Numus преуспеет и станет подходящей пробкой для любых инвестиционных мыслей, которые у нас могут возникнуть. Вы были на канале Nelfabit. Спасибо за просмотр.